Что за фиаско, а? Фейл. Тотальный фейл. Огонь не горит, блядь. Да в смысле не горит? Да вот ты и смысл. Хорошо, что мы его разбили. Ну да. Мы сегодня решили запустить наш мотор на всякой дичи. Первый у нас пойдет керосин, мы прикупили, потом скипидар, white spirit, растворитель P12, жидкость для розжига, ацетон, ну это масло, оливковое, потом бензин двухтактный с маслом, двухтактным, и дистопливо. В ютубе полно видео, как люди запускают движки на всякой ерунде. Бензин второй, пятый, а мы решили сделать такой трэш-эксперимент. В общем, будет интересно. Че, на оливковом масле запускать? А че б нет? Вдруг вы едете, короче, у вас 2Т-шка закончилась, у вас масло. И заправки поблизости нет. Слили с трактора бензина, с газели с какой-нибудь. Зашли на кухню, у мамки ставили оливковое масло и поехали. Еще у нас есть газ. Так, приступаем к данному эксперименту. Берем наш бак импровизированный. Цыганский КТМ стайл. Главное, чтобы было все надежно. Зык-зык-зык-зык. Не получается, Саня. Подключаем тему к карбюратору. Бак у нас отключен, все видно. Вот видите, открытый и закрытый. Фильтр на всякий случай, чтобы никакое дерьмо не забило нас. И главный фактор эксперимента это Б. Безопасность. Огнетушитель должен быть всегда. Итак, погнали, господа. Что мы первое сегодня заливаем? Двухтактную смесь? Mm? Давай, зальем двухтактную смесь. Мне кажется, ты дофига налил масло. А нет. Четырехтактный двигатель на двухтактной смеси. Масло больше, чем по таблице. Где-то 1.30, я думаю, даже 20. Блин. Опустошаем наш бак, готовимся ко второму эксперименту. Все остатки экспериментов сливаем в бак подопытного. Дальше у нас по плану идет оливковое масло. Самое натуральное оливковое масло для салатов. Ну ладно, добавим еще чуть-чуть, нам не жалко. Оно как моторное масло масляное. В общем, замутили. Грамм 100 бенза и грамм 20 на масло. Что, заливаем? Как бы, чтобы не говорили, что это подделка. Вот оно, все это масло. Фу, что воняет. Аппарат на старт. Во! А есть остаточки чуть-чуть. Опа! Во! Опа! 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 Пошел, пошел, ты.
тоже. Конкретно дымит. Стреляет, пердит, правда. Работает только на подсосе, на полном, на втором положении. Ну, в принципе, смесь рабочая. Я думаю, даже можно тут так ее наливать. Главное, долго не оставлять в баке, а то прокиснет. Запах, конечно, приятный, но, в принципе, эксперимент считается удачным. Дальше. У нас идет дистопливо, это у нас уже было. И ацетон. Мне кажется, не запустится. Попробуйте, что стоит. Давай. Главное, свечник приготовить. Давай. Эксперимент номер 3. А вот это, по-моему, было... Все? По-моему, это было наше топливо дизель. Типа вот это. Ваня! Обороты не набирает, да? Оно вообще без подсоса попробует. Только на подсосе работает. Тупо на соляре работает мотик. Это именно, ну, не дистопливо с заправки, это старая соляра. Ну, в принципе, тоже можно куда-то доехать. Если у вас закончится бензин, сливайте с трактора соляру, наливайте в остатки бензина и можно куда-то доехать. Итак, следующий у нас ацетон, господа. Стеклянная бутылочка. Все подключено. Бензин капает. Интересно, ацетон растворит эту херню? От сопли пистолета. И резинки в карде растворить, не растворить. Итак, запускаем. О! Вообще работает как... Нестабильные обороты. Ага, газулька, плохо все. Давай опять. Дым пропал. Дым чуть-чуть есть. Кисляком воняет. Работает. Воняет реально какой-то дикостью. Жестко уходит уровень. Смотри, на глазах тупо. Ага, и обороты плавают. И растворяет эту херню. Смотри, смотри. Ацетон растворил шланг. Смотрите. Жесть. Что ж творится внутри карбюратора? Очень большой расход и разъедает все шланги. Пусть. Так нам придется восстановить заново бак наш. Ваш бак разъело. Фиаско. В общем, все вернули на свои места. Теперь дальше. Что будем заливать? Жидкость для розжига.
открываем. Видно, что мы ее не открывали. Бензин туда не наливали. Но она такая повязкость и погуще, я бы сказал, чем бензин. Долгий мир, он знал, что говорит мужик, продавец, помнишь? Да, да. Типа думал, что мы бухать будем всю эту жижу, которую купили. Говорит, стаканчики вам не нужны? Я говорю, нет, не нужны. Говорит, возьмите жидкость для розжига, она воняет спиртом прям. Итак, запускаем. О, подожди, стой, выключи зарядник. Опа. Походу не хочет. Что-то не хочет. Что-то схватывает. О. О. Есть жидкость для розжига. Оп. Бля, хамуха. Холосты не держит. Работает, блин. Как-то не работает. Да ну еще разок. Только на мега подсосе, оно опять. О! Ну, систему устабилизировали. Он тупо схватывает. Фу, блин, вышел, воняет сейчас. Схватывает, но не работает. Походу это какая-то лажа. Схватывает, но не работает. Здесь еще есть. Воняет спиртом жестко просто. Таким практичным. Мы должны заставить его заработать. Причем каким-то виноградным воняет. Да? Когда закрываешь воздух, ну при большом разжижении она втягивается. Такая вязкая смесь просто. Карп не может ее распылить. А соляра почему-то распылялась. Странно, да, система? При закрытии карбюратора рукой только работает. Все, в общем, схема на розжиге не работает. Как бы считается провальным эксперимент. Эксперимент номер неизвестный по счету. Берем P12 растворитель акриловый. С полтычка на растворителе. Просто с полтычка. Смесь вполне рабочая. Как бы в принципе очень близко к бензину. Он быстрее, видать, сгорает, и поэтому такая хрень. Итак, дальше у нас идет White Spirit. Мы все слили с нашего импровизированного бака, наливаем White Spirit. Это вообще не реклама. Итак, вот, смотри, система заполняется. Итак, запуск. О! Дымит. Ну, выгорает, наверное, остатки. На холостых работает вполне нормально. Покажи, что с подсосом творится. Thank you.
вообще. А, дым есть все-таки. Ну, чуть-чуть. Может, это выгорает остатки. Или глушитель. Или глушитель. Нагар с клапанов или глушитель выгорает. В принципе, господа, White Spirit вообще очень близко к бензину. Только есть небольшой провал при рассмотрении газа. А так вообще все изи. Там что-то в карбе свернулось, она не течет. Смотри, смотри. Дальше у нас идет скипидар. Скипидар, мужики, скипидар. Наливаем скипидар. А аромат еще. Аромат. Фу, аромат какой-то хвой гнилой. Ну что, система заполнилась, я думаю, можно запускать. Да, полетели. Заводится сам. Все, идеальная жижа, буду заливать. Он обогатит, видишь, на подсосе ему немало кислорода. Дымит. На подсосе дымит. Черным дымом, богатая смесь. Самый оборотистый. В принципе, да. Да, я так пожиже. На скипидаре почти работает как на бензине, вообще идеально. И цена у него так, что так одинаковая. Как ни крути, цена остается неизменной. И в принципе, если вы где-то заглохли, рядом есть строймаркет, то можно купить скипидара. Ну, конечно, это не реклама, нам никто не платит за это, к сожалению. И можно доехать хоть куда. Поехать на рыбалочку на скипидаре можно, либо к подружкам. Я поеду. Или просто на гонки. На скипидаре, кстати, нормально так набирает обороты. В принципе, потом в конце можно будет еще протестить все сливы и жидкостей, залить опять в бак и поездить. Интересно будет. Ой, ой. Интендент наш последний, короче, керосин. Вот, я только что уже открыл. Так, ну, вы видели, мы все слили, короче. Наливаем кероса. Я думаю, оно нормально схавает. Оп, там какие-то уже хлопья плавают. Ключ на старт. Воу! А холостых сколько? Вообще сразу. Воу! Без подсоса. Провала нет. О, дымит, дымит. Дымит. Дым есть. Подводим итоги нашего видео. Мы начинали с двухтактной смеси. Вообще отлично работает на двухтактном масле, как бы все отлично. Потом с маслом. Вообще все отлично работает, да? Ну, в принципе, чуть подымливо, но работает нормас с бензом. Потом мы запускали на соляре. Видишь, двухслойка? Да. На ней, в принципе, вообще отлично работает. Даже мы ее с бензом не мешали, тупо ее залили. И все было отлично. Потом у нас был ацетон. Ацетон очень опасен, он растворяет резиновую там всякую. Короче, ацетон растворяет всякие резиновые изделия, шланги, пластик. Поэтому он в стекле у нас, видите? Остальное все в пластике. Ну и масло тоже в стекле. Потом жидкость для розжига. Ну, она такая очень густая. Мы ее сливали с карба очень долго потом. Ну, что про нее сказать? Воняет, да, просто ужас, спиртом. Как будто воск разбавлен спиртом, видите, даже пузыри не поднимаются.
очень такая густая хрень. Ну, как бы на ней 50 на 50 можно ездить. Потом P12 растворитель. Вообще, в принципе, вроде, да, отлично. И особо не вонял. White Spirit, в принципе, тоже отлично. Скипидар, вот наш, наверное, сегодняшний победитель. Ну, он, блин, самый дорогой из всех, конечно. И у него и больше всех. Короче, победитель это хрень. И керосин. Ну, в принципе, тоже керосин победителя можно считать. Ну, только ценника на нем нет. В принципе, на нем тоже можно ездить. Если вы где-то застряли, у вас нет бензина, либо в машине, либо в мотоцикле, ну, любой четырехтактный двигатель, в принципе, можно купить любую из этих жидкостей, залить. Ну, кроме вот этой херни. И если ацетона. У вас, конечно, карбюраторный мотор. И ацетона. Да, и ацетон нежелательно. Ацетон растворяет такую дичь. Если у вас карбюраторная система, либо там моноинжектор. Если инжектор, то вот эти две херни вообще не, ну, лучше не лить. Ну и масло не лить. В принципе, на карбе даже можно и масло. Попробуем на газу. Ну, нужно что-то. Итак, бонус. Бонус к видео. Приделать можно что-то сюда. А ну запускай, запусти. Давай. Ага, глохнет. Открываем газ. О! Не хватает ему. А ну, давай. Снимай. Не надо! Что это было? Ты видел? А ну давай на впрыске пламени. Давай. Кислорода дай мне, до хрена слишком. Дыма вообще нету. Стреляет, подожди. Зажигаем. Ничего не происходит. Клапан закрывается в момент. В принципе, даже на газу работает. Если просто замотать все скотчем аккуратно. Несколько баллончиков вот так воткнуть. Кстати, запах такой. Ну, нормально, я сказал. Ну, не совсем ущербно. С кипидаром пахнет. О! Ёпты! Ещё газу добавим. Какие холостые. Поднялись. Короче, мы решили угомонить сегодня движок. Да. Льем сюда. Угомонить, блин. Потише, ты проливаешь. Да, самая дорогая жижа. Блин, она так красиво смотрится. Драгоценная наша дорогая жижа. Ну, на туре там, если это все смешать. Ну да, по бабкам. Блин, там литр, наверное, косарь выйдет. Хорошо выходит вообще по бабкам. Опа! Блин. Ну нет, это не то. Возвращение блудного сына. Что, как оно? Ты такой душевный, блядь. Запах такой вонючий, как будто шашлыки горят. Шашлыки. Не копай! На низах тягай нормально, да? Как? На низах тягай. Нормально, нормально. Блин, ну блин, дым такой вонючий. Просто адская жижа какая-то получилась. Так там около 10 видов топлива в ней. И бензин, растворитель, ацетон, скипидар. Точно, ацетон. Растворить нахер.